поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Давай, плотва! Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Но! Ты мне мозги не пудри, ведьмак. Я-то вижу, как это... Гади, плотва! А что, приезжай, у нас своих смельчаков вот. Не хватает. Лишь бы глотку свою хамскую залить и поскандалить. Быстрей! Но! Придержи. Зараза! Убийца еще где-то здесь. Горло разорвано укусом, стройной челюсти, как у человека. Только клыки гораздо длиннее. Сломанные ребра, кровь из ушей. Прилично ему досталось. Убивал вампир, но не Тима и не Фледер. Это должно быть Брукса. Убит одним ударом. Черная кровь и лунная пыль. Куда тут без них? Плащ женщины, которую я видел на постоялом дворе. Он в подвале. Убийца с легкостью перевернул телегу. Рана от когтей, 5 пальцев, рука, похоже, небольшая. Речной ил, на этой повозке привезли тело.
Следы маленьких босых ног ведут в подвал. Свернул шею, когда падал с лестницы. Его швырнули о стену с огромной силой. Нужны недюжинные силы, чтобы ее выломать. Им воспользовались, чтобы выломать решетку. Ты была на постоялом дворе. Я знаю, кто ты, но не знаю, зачем ты убила этих людей. Дело ведь не в жажде крови. Нам не обязательно драться. Ошибаешься. Я не могу отпустить тебя.
всех этих людей, чтобы добраться до тела. Что Брукса делала устава? Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Он долго лежал в воде. Голова распухла, на ней видно несколько укусов. У него в глотке что-то есть. Кошель, набитый монетами. Нильфгаардские флорены из разных провинций. Если это сделал убийца, то мы имеем дело с разумным монстром. Тело разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убило не Брукса. Третья рука. Запасная? Она принадлежала не жертве, но стражники, должно быть, этого не заметили. Просто собрали все, что нашли. Как такое может быть, что она все еще теплая? Из нее течет кровь. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность столько времени оставалась жива. Позже изучу ткани повнимательнее. Может, что-нибудь узнаю. Подведем итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Пальмерина доставить меня к княгине. Давай, плотва!
И плотва. Давай, плотва. Давай. Как тут жеребец? Ну, все, все, все. Я должен срочно поговорить с княгиней. Ну, вот и конец истории, дети. Возвращайтесь к родителям. Благородный Пальмерин, а как же история про Ридигера и дракона? С ней придется обождать. Лучше присмотритесь к человеку, который стоит перед вами. Это Геральт из Рима. Мастер ведьмачьего цеха, который внес свою лепту в победу над великаном Голиафом. Мастер-ведьмак! А правда, что добродетель всегда побеждает? Да, добродетель всегда побеждает. Но ведь черный рыцарь негодяй, а он побеждает. И Ракар из Кастельдачи. А моральная победа – это тоже важно. Ну да, как же. Довольно вопросов. Возвращайтесь к родителям. Ее сиятельство прибыла на турнирные поля и соизволит наблюдать за сражением на арене. Если мы поспешим, ты успеешь с ней встретиться, прежде чем начнется зрелище. Веди. Кто дерется? Нильфгаардские гладиаторы? Близко, но не совсем. Впрочем, сам увидишь. Кто-то собирается сражаться с Шарлейном, одуревшим от колокольчиков, привязанных к хвосту? Что вот это такое? Эта тварь – подарок императора. Это опасно. Колокольчиков недостаточно. Я видел нечто подобное на арене моего. Там рыцарь победил Шарлея с колокольчиком на хвосте. Может, повезло, а может, колокольчики и правда помогают. Только у ведьмака есть шанс пережить поединок со здоровым Шарлеем. И то не у каждого. Да и неразумно выпускать такое опасное чудовище рядом с толпой. Кто будет сражаться с чудовищем? Гильон, ты его уже видел. Неправда. Он собирался добыть трофей даме сердца. Большая любовь требует больших жертв. Пойдем. Посвящаю свою победу прекрасной леди Вивиенне. Началось. Придется подождать его. Блять.
Тише, тише. Он понимает гнома только когда нас слышит. Ах, горе рыцарю! Шарлей навис огромной тушей! Удар он тяжкой лапой дал, над ним с рычанием встал. А тут ведьмак в один прыжок над монстром очутился. Жалкий чудовище древний богов подергает всего. Жизнь покидает Шарлея, ведьмак завершает того. Там вихрь взвился, остановился. Он выждал неробея и пролил кровь Шарлея. Словно любовник коварный, что с девой величий не знает правил, как же Шарлея ведьмак заманил, а потом его ранил. Геральт из Ривии, мастер ведьмачьего цеха, победил Шарлея. Взгляните, как из бестии уходит жизнь! Мастер Геральт, исполни свой долг, доверши дело!
Я не собираюсь добивать чудовища. Выбор победителя — оказать милосердие. Да здравствует Геральт Милосердный! Так, займитесь бестией. Еще немного, и парень был бы мертв. Со мной все в порядке. Вивьенна? Улыбнись, как пристало герою, и молчи. Ты его можешь говорить. Она как раз идет сюда. Геральт, надо поговорить. Вивьенна... Позже поговорите, в палатке. Это было великолепно. Ошеломительно. Ваша милость. Мы видим, что не ошиблись, послав за тобой. Мы безмерно удовлетворены и очень вам рады. Я крайне благодарен. Займитесь нашим юным героем. Быстро, раз, два. А теперь мы похищаем Геральта для беседы. Мы так долго ждали твоего приезда. Едва не потеряли надежду. А тут внезапно такое появление. Ваша милость, Шарлей — это очень опасное создание. Даже для рыцаря в полном доспехе. Нонсенс. В Тусенте рыцари издревле искали славы в сражениях с чудовищами. Гильон получил несколько синяков и шрамов. А взамен... обрел вечную славу у смирителя чудищ. А как же публика? Если бы Шарлей прорвался на трибуны, он устроил бы тут бойню. Верно. Несмотря на то, что мы ценим твое неожиданное вмешательство на арене, мы напоминаем, что ты был нанят и, как вскоре выяснится, за крайне щедрое вознаграждение, совсем для иного задания. Ваша милость, я хотел бы поговорить о моем заказе. Разумеется, только не здесь. Нам понадобится Дамьен, который вел следствие до твоего появления. Только где он может быть? Пойдем, поищем его. Прибыл один или в обществе виконта Юлиана? Вы хотели бы увидеться с Лютиком, ваша милость? Нет. То есть да. Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем. Да, глубоко сожалеем об отмене вынесенного ему смертного приговора. Если бы мы могли повернуть время вспять, мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил в башне, чтобы его повесили, обезглавили, колесовали. Вот человек, который лично повел бы его на эшафот. Капитан моей гвардии Дамьен де ла Тур. Ваша милость, ведьмак. Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом последней жертвы... Я уже обо всем знаю. Это существо в подвале Корва Бьянка. Это была бестия? Это была Брукса. Разновидность вампира. Но она как-то связана с бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки и в Корва Бьянка. Ты желаешь намекнуть, что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал. Не будем его прерывать. Я осматривал тело последней жертвы. И, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея. Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах.
Как я понимаю, с вами, господин Делатур? Во-первых, не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, ты должен знать, что я был против твоего приезда. Я слышал о тебе и знаю, что твое прибытие всегда означает большие хлопоты. А у нас здесь хлопот достаточно. Мы бы управились с бестией сами. Дамьен, дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта. Определенно. Но если уж ты затронул эту тему, поговорим о его вознаграждении. Правду ли говорят легенды, что ведьмаки обычно требуют того, что встретишь дома, но чего не ждешь? Да, ваша милость, это право неожиданности. Что ж, будем говорить откровенно. Неожиданности, с которыми сталкиваемся мы, не слишком ценны для ведьмака. Во дворце нас будет ждать или эдикт, ждущий моей подписи, или картина из дальних стран. От обоих польза невелика. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней Корво-Бьянко. И денежной суммой, без сомнения, достаточной. Хозяином винодельни ты становишься с этой минуты. Во время охоты тебе все равно понадобится жилище. Деньги получишь, когда выследишь бестию. Прекрасный жест, ваша милость. Но, кажется, в Корво-Бьянко устроили мертвецкую. Правда? Опять балаган в канцелярии. Ни на миг нельзя упускать их из виду. Впрочем, нам кажется, что для ведьмака это небольшая неприятность. Более того, ничто не улучшает репутацию вина надежнее, чем мрачная легенда. Благодарю вас, ваша милость. Заказ я принимаю. Но, как я уже упоминал, мне нужны сведения. Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Креспи. Некогда победы на турнирах приносили ему славу. Но, постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделием. Креспи не любили виноторговцы. Он был человеком беспринципным и, говорят, обманывал. Он просил освободить его от придворных церемоний, но мы ему такого позволения не дали. Кто принес рыцарский обет, тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере, и вдруг кто-то из трапезников заметил, что его нет. Часом позже патруль обнаружил его на четвереньках, прислоненного к городскому позорному столбу. На шее у него висел его собственный меч. Он умер от ран, нанесенных с большой силой, когтями, не оружием. Умер он внезапно, а тело было на четвереньках. То есть кто-то его усадил. Да, похоже на то. Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, куда после заката разумный человек не заглянет. В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства город объял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, держались в безопасных мест. В результате весть о второй жертве нам принесла банда головорезов. Даже головорезы боятся бестии? Это кое о чем говорит. Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов? За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Его нашли в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, а вместо меча – грелка для постели. Рамон Дюлак, рыцарь, который лет 15 назад был советником нашего отца, досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять. Может, это все-таки месть? Не исключено. У Дюлака были темные делишки с преступным миром. Но никто так и не смог добыть против него явных доказательств. Значит, две первые жертвы – рыцари, лучшие годы которых были позади. Тоже можно сказать о третьем убитом. Господин Делакруа говаривал, что новые времена бросают рыцарям новые вызовы, а предприимчивость – шестая рыцарская добродетель. Он поднялся на торговле зерном.
Пальмерин даже называл его крохобором. Я нашел при нем мешочек с монетами. Там были только флорены. Разных лет, из разных провинций империи. Делакруа любил деньги. Но для нумизматики у него не хватило бы терпения. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах и при странных обстоятельствах. Будто убийца пытается этим что-то сказать. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к людям чести. В конце концов, они были рыцарями Тусента. Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетели. Вдруг бестия указывает именно на это. Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже если... Каким добродетелям присягают на верность рыцари Тусента? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Почему пять добродетелей так важны для рыцаря? Странный вопрос. Простите, ваша милость, я чужеземец, который пытается понять обычаи другого края. Прощаем и поясняем. По легенде, добродетели, которым нужно следовать, указала рыцарям владычица озера. А как было на самом деле, не знает уже никто. Мы в Тусенте верим, что человек низкий по рождению должен быть простодушен и послушен. От рыцарей же требуется больше. Они и солдаты, и придворные, и господа, и слуги. Им нужны ясные моральные ориентиры. А посему, опоясавшись рыцарским мечом, рыцарь присягает чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствию. Может, бестия действительно обличает упадок традиций? Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели. Вместо чести – позорный столб. Вместо мудрости – шутовство. Вместо щедрости – кошель золота в глотке. Вроде все сходится, хотя и не совсем. Что-то в этом есть, если эта версия у всех горожан на устах. Значит, очередное убийство снова будет показательным и выявит противоположность четвертой добродетели. Я бы сказал, что снова погибнет старый рыцарь. Давайте подумаем. Сейчас все рыцари или на турнирных полях, или во дворцовых садах, где скоро начнется охота на зайца. Ты слышал о таком обычае? Мельтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю почему. Погодите. Странные обстоятельства, рыцарь преклонных лет, трусость. Трусливый, как заяц. Возможно ли? Следующая жертва – Мельтон де Пейрак Пейран? А ведь Мельтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьен, как мы могли это упустить? Много лет де Пейрак, Пейран, Креспи, Делакруа и Дюлак – все четверо были в одной рыцарской дружине. В одной дружине? Они были доверенными лицами нашего августейшего отца. И мы много раз видели, как он поручает им деликатные задания. Потом их дороги разошлись. Вряд ли это случайность. Это главная подсказка к загадке бестии. Ваша милость, нужно сейчас же найти Мельтона. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. А он сидит где-то, одевшись зайцем, и ждет, пока его найдут захмелевшие придворные. Никто не знает, что за место он выбрал себе в укрытие. Я велю сейчас же прервать игру. Прежде всего, будем сохранять спокойствие. Дамьен, прикажи обыскать сады. Только тактично. И ни под каким предлогом не прерывай забавы. Паника может вынудить бестию напасть до срока. А ты, ведьмак, за мной. Это мои сады и мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Только не рядом с моим дворцом. Коней! Подайте коней! Ваша милость.
зараза. Вот я... Ваша милость, я... Только не помни. Гони! О! Это шелк, осторожней! Отдай мне! Ваша милость прекрасна. Садится в седле. Но! Это она! Смотрите! Достаточно! С дороги! С дороги, я сказала! За столом и вино. Это здесь! Уже за углом! Поспеши! Мы должны спуститься туда, где идет забава. Участники ищут рог единорога, золотую рыбку и яйцо феникса. И с их помощью они узнают, где прячется заяц. То есть Мильтон. Выходит, нам тоже надо их найти? Нет другого выхода. Но время не ждет. Так что придется нарушить правила. Нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. Потом разделимся. Тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо феникса. Так будет быстрее. А как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь поймаешь. Вон он там бегает, посмотри. Как ловят золотую рыбку? Сетью? Гера, она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки, а ты просто нырнешь и отыщешь ее. В золотой рыбке и в роге находятся предметы, которые позволят нам найти Мильтона. Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет яйцо феникса. Все ясно? Тогда за дело. То на какую бы его часть глядел, как не на ту, что сражается и отправляется в странствие, дабы его защитить. Но это ведь не настоящий единорог. Может, его яблоком или сладостями? Не было проблем, сестрица, кабы ты была девица. Ты правда хочешь затеять этот разговор еще раз? В этом месте? Тише, а то спугнете единорога. Давайте попробуем сладости. Прошу прощения, придется испортить вам забаву. Кто это такой? Спокойно.
Но ведь так нельзя. Явный обман. Господа, надо показать этому хаму, где раки зимуют. Все было по правилам. Верно. Он честно выиграл. Эх, не везет, так не везет. Попробуем добыть следующую подсказку. Сады такие огромные. Верхом будет быстрее. Совершенно непристойное поведение. Полнейший упадок морали. А вот неустрашимый Зампано из Белькамена. Золотая рыба должна быть хорошо видна под водой. Что это было? Кто-то прыгнул в воду! А так разве можно? Можно, но это плебейство! Эй, подожди! Остановись, это важно! Король Баклан, мы приносим тебе этот дар. Прошу, будь к нам милостив, открой нам все секреты. Месяц на небе сменился, а я ждал в своем владении храбреца, что мне в дар принесет достойнейшие подношения. Ключик. Ах ты, хуй! Ты испортил всю забаву! Кошмар! Ты что-то сказал? При таком свете ничего не увидишь. А что это? Вау! Шершавые пятки лебеды. Может, ты бы тем вором занялся, что ложки таскает? Ведь в самом деле, натравливать ведьмака на действие – это как лечить сифилис гонореей. Она очень хотела выйти. Ваша милость изволит? Не изволит. Мы действуем в интересах высшей важности. Потом я все объясню. Но ведь это против правил. Правила определяю я. Геральт, наконец-то. У меня ключик и одна подсказка. А у меня другая. Показывай. Кто это придумал? Первый слог мой в тепле. Скрыт второй у лисиц. А последний хранят все придворные лица. Понятия не имею, о чем речь в этой шараде. Тогда сиди тихо и не мешай. Смотри, если я возьму тепло от слова тепло, ли от лисицы,
а потом добавлю последний слог «ца» от слова «лица», то получится «теплица». Ха, действительно, звучит разумно. В садах действительно есть теплицы, и дверь в одной из них закрывается на ключик, такой как этот, из золотой рыбки. Ну тогда в теплицу. Я здесь. Это случайно не твоя? Оставь себе, если хочешь. У меня уже новая. Я не знаю тебя. Не причинял тебе зла. А ты зарубил Бруксу, с которой мы были близки, теперь гонишься за мной. Зачем? Ты убил, по крайней мере, 4 невинных. Мне интересно. А ты-то сколько невинных убил? Многих. Виновных еще больше. Ты следующий. Не думаю. Видишь ли, у меня остались кое-какие дела. Убийство? Всего одно. Ну, не считая тебя. Сидеть дома. Регенерируй. Ты попал в беду. Я хочу помочь. Я сам справлюсь. Нет, он мой друг. Привет, Геральт. Регис, ты живой? Да, и в полном порядке. Раны на вампирах заживают быстрее, чем на собаках.
Сколько воды утекло, друг мой. По крайней мере, по человеческим меркам. Но как? Когда я видел тебя в последний раз? Я был булькающим бесформенным пятном, стекающим по колонне одного замка. Сейчас я в несколько лучшей форме. Не вполне восстановился. Впрочем, будь я человеком, я бы вполне сошел, скажем, за полубога. Прости, это была моя вина. Я так и не успел попросить прощения. Оставь, Геральт, дело прошлое. Насильно меня с тобой никто не тащил. Каким чудом ты сумел регенерировать? Мне помог тот, за кем ты сейчас охотишься. Он? Но как? И вообще, что с тобой было все эти годы? Здесь ни время и ни место для воспоминаний. У меня такое ощущение, что мы еще сможем поговорить. А теперь, если позволишь, займемся тем, из-за кого мы здесь оказались. Так значит, ты здесь не случайно? Ты не утратил прежней проницательности. Я очень рад. Я приехал из-за Детлофа. По-моему, он ввязался в какие-то серьезные неприятности. Значит, так его зовут? И он твой друг? Можно и так сказать. В отличие от меня, он более, как бы вы это сказали, зверский. Но я работаю над этим, не беспокойся. Скверно у тебя выходит. С тех пор, как я здесь, он убил рыцаря. А до того еще, по крайней мере, троих. Уверен, у него были на то причины. Да, есть декадентские говнюки, которые убивают людей для забавы. Или просто, чтобы напиться. Детлов не из них. Так какие у него, по-твоему, причины? Именно это я и хочу узнать, чтобы потом убедить его, что он идет не тем путем. Слишком ты в нем уверен. Облик ваш различен, но внутри вы схожи. У обоих благородные сердца, обоим случается совершать неблаговидные поступки. Разумеется, обоих вынуждают к этому обстоятельства. Помнишь 964 год? Это было 300 лет назад. Ривию, Лирию и Спаллу охватил ужас. Пропадали женщины и дети. Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям. Лирийская зверюга. Я читал об этом. Она загрызла человек 200. Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освещенным кинжалом. Ее убил Детлов. Потом наткнулся на бродягу, спавшего в зарослях неподалеку, и оставил тело бестии у его ног. Так родилась легенда. Вампиры редко помогают людям. У него наверняка были свои интересы. Ошибаешься. Единственным его интересом было то, что чудовище убило мальчика, который когда-то угостил Детлофа яблоком. Благородный тип. У тебя нет монополии на альтруизм, мой друг. Когда Вильгефорц расплавил меня, мои останки нашел Детлов. Согласно нашему кодексу, он мог меня даже не трогать. А мог позаботиться обо мне. Он выбрал второй путь. Регенерировал меня, не щадя собственной крови. Ты представляешь, что это означает для вампира? Вероятно, то же, что для человека. Ты обязан ему жизнью. Не только жизнью. С тех пор мы братья по крови. Нас соединяют узы, которые людям и не снились. Поэтому я знаю, происходит что-то нехорошее. У тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия. У каждого вампира есть своя уникальная способность. Собственно, потому нас так трудно классифицировать. У Детлофа сильнее всего развито чувство стаи. Как следствие, Детлофу комфортнее в обществе низших вампиров. Он сторонится людей. И если уж он пришел к вам и начал убивать, что-то выбило его из колеи.
И чем его можно настолько выбить из колеи? Как бы это объяснить? Детлов не понимает мира людей, ваших принципов, отношений в обществе. В некотором смысле он наивен. Не понимает ваших игр, не знает лжи и зависти. Ты хочешь сказать, что он неприспособленный? Это может стать поводом для конфликтов. Что произошло сейчас? Не знаю, но надеюсь это выяснить. Я должен его найти, прежде чем он не разозлился еще сильнее и не залил весь Баклер кровью. Значит, у нас общая цель, как в старые добрые времена. Не совсем. Когда я его найду, сам знаешь. Я знаю, что ты получил на него заказ. Но ведь твоя задача остановить убийство. Не обязательно его убивать, так? В принципе, да. В таком случае давай его искать. Надеюсь, я успею тебя убедить, что Детлов не чудовище. Ладно. Но пока что многое против него. Слышишь? Облава. Рыцари пошли по моему следу. Не хочу, чтобы меня здесь видели. Я нашел пристанище на кладбище Мар-Лашес. Приходи туда. До встречи. Ведьмак, мы гнали скакунов во весь опор и, боюсь, все равно опоздали. Ну же, где бестия? Я как раз это выясняю и хотел тут осмотреться. Придержи своих людей, пока они все не затоптали. Господа, дайте ведьмаку работать. Убийство Мильтона не должно остаться безнаказанным.
поцелуй пса под хвост. А в голове-то у меня не думал я, что ты живут такие. Значит, ведьмака надо было вызывать? Вы, уважаемые, держите себя в руках. Вы, уважаемые. Thank you.